40-е годы 20 века. На экранах Америки выходит музыкальная комедия «Серенада солнечной долины», в которой участвовал оркестр Глена Миллера. В уже легендарном фильме они исполнили свои композиции, которые сразу покорили весь мир. С тех пор прошло более полувека, но стиль и звучание лучшего джазового оркестра живы и сейчас. Уилл Салден один из тех, кто продолжил дело Глена Миллера. Это так называемый европейский вариант великого свингового оркестра. Он был создан в 90-м. Тогда музыкантов для биг-бенда собирали по всей Европе и искали самых лучших. Только джаз и никакой фальши. Саксофон, труба, тромбон. Каждый духовой инструмент имеет здесь свое маленькое соло, так что зрители смогли оценить мастерство каждого отдельно взятого музыканта. В основе звучания оркестра свинг, что в переводе с английского означает покачивание. Свинг – это ритм, без которого немыслим джаз. Сами же музыканты называют его пульсацией, которая живет внутри каждого джазмена. Орловчане уже избалованы выступлениями разных звезд, но оркестр с мировым именем и живая инструментальная музыка – настоящий праздник для меломанов. Это уже событие, хорошее событие, поэтому здесь, я думаю, и музыканты, и творческие люди собрались. Почаще бы таких концертов, чтобы народ приобщался к нормальной музыке, а не к всякому дошираку, ролтону и прочим делам. Сети мы начнем с серии программы «Противный эфир».